To be or not to be, that is the question. Ребята, собрались, кадр! Кадр. Еще стоим. Да плачь, ёпта, бабушка, захрень. Понятное дело. Алиса, начали, Галина, чуть внутрь. Раз, два, кадр, Маша, посмотри в разные стороны. Сегодня андеграунд Берлина соединился с сюрреализмом Санкт-Петербурга, и мы увидим очередную прекрасную, замечательную картинку. Мы решили рассказать о театре в трех словах. Любовь, кровь и риторика. Я сидела на полу и оттирала кровь после жестокого убийства. Вот, собственно, я вся в нем, в этом. Задача была для одной героини, для главной героини, сделать макияж, чтобы она была похожа на Гамлета, но не в прямом смысле слова, а чтобы это был образ мужчины, но при этом женственный. С учетом того, что модель девушка, нам нужно было сделать ее более мужественной. В целом получилось как раз то, что Андрей заказывал. Сегодня я играла Гамлета в очередной картине Андрея Кезина. Образ был интересен, конечно, тем, что, собственно, это мужской образ. Но в картине участвовали только девушки. Для меня это не первая съемка с Андреем. Это всегда очень интересный процесс. Я бы сказала, это действительно некий театральный процесс, а не просто фотография. А здесь для одного кадра очень много и декораций, и света. И, в общем, прям настоящая художественная работа. Пусть это будет цирк, пусть это будет театр, пусть это будет все то позерство, какое присуще нам на съемочной площадке. Вот в плане мягких декораций, не то чтобы необычная задача, просто очень сильно объемная. Все было в ткани, мы были в ткани, мастерская была в ткани, собака была в ткани, все, кто приходил, были в ткани, потому что 80 квадратных метров ткани, раскроены в одной мастерской, одновременно сшиваемые, это очень много, честно. Господи, мы тут насыпаем. Здесь полтонны песка, елки-палки. И каждая песчинка будет видна. На самом деле задача будет в том, чтобы построить декорацию, совместить театр и цирк в одной маленькой картинке, в одном маленьком сюжете. И было очень здорово и очень интересно. Сегодня я была в роли мальчика, который наблюдал с интересом за картиной, которая происходила на переднем плане. Я сидела наверху на очень шаткой стремянке, и это было очень неудобно, особенно когда были перерывы, когда другим актерам поправляли макияж или прическу. Это было тяжело, я вот немножко устала, но все равно мне очень понравилось. Я немножко в шоке. Ну, что сейчас произошло? Вот. Было очень интересно, потому что мы не сразу к этому пришли, а искали, то так, пробовали, то так. В общем, нащупывали почву, так сказать. И мне показалось, что мы очень даже быстро справились. Так хочется еще, еще, а уже все, вот. Офелия, глазки выше чуть-чуть скинь, пожалуйста. О, бля, машина, правее нос. Офелия, губы не поджимай. Все.